Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Этот выпуск о том, как из PDF-файла превратить в Word, превратить в книгу, или просто-напросто вам нужно отредактировать какой-то PDF-файл. Вещь настолько специфичная, вроде как всем знакома, что есть файлы PDF, они красивые, они удобные, их можно защитить, там можно поставить печати, и вроде как их можно редактировать. Ролик создан при поддержке компании Wondershare, но говорю я всю информацию о себе, что понравилось, что не понравилось. Например, сразу скажу, что программа, она, конечно же, условно бесплатная, когда вы ей начинаете пользоваться, большой разницы. Точнее, разница есть с обычным Adobe, но имею в виду, что большой разницы нет в том плане, что когда вы программу бесплатно скачаете, PDF Element 6, то вы можете только открывать файлы, но редактировать их не можете. То же самое, что и в известном Adobe, который называется по-разному, стоит дорого. Если кто не знает, если покупать официально Adobe, то, ребята, там почти 12 тысяч рублей за год на один компьютер. 12 тысяч. И не надо писать, что у нас в России, те, кто смотрит меня из России, пользуются рублями, рубль по сравнению с долларом, курс низкий, даже если по старому курсу все равно это очень много. Я не буду развивать сейчас тему лицензия, не лицензия, каждый решит для себя сам. Но если вам действительно нужен редактор PDF, возможность редактировать PDF-файлы, возможность конвертировать PDF-файлы, возможность из нескольких файлов туда закинуть можно и Word, и Excel, и вывести либо в PDF, либо опять же в текстовом формате, либо в формате для чтения электронных книг, то обратите внимание на эту программу. Она также не бесплатна, на данный момент стоит один единственный платеж, правда, $89. Я никого не призываю, ребята, бросайте все и покупайте. Просто если кто-то по роду деятельности пользуется и готов купить Adobe, еще раз скажу, за 12 тысяч рублей, что я считаю, какой бы ни был курс доллара, это достаточно много. Это достаточно много. И не боится не то, что рискнуть, а взять сторонний продукт от компании Wondershare, с которой я сотрудничаю уже давно, и роликов выходило на канале. И те программы некоторые стоят у меня до сих пор, и никаких проблем с ними нет. Но софт, он и есть софт, что с ним будет по идее. То пользуйтесь. Что программа умеет? Ну, конечно же, мы можем самое простое. Единственное, что мне здесь не понравилось, это большой косяк и упущение разработчика. То есть нет русского языка. С другой стороны, те, кто знает английский, проблем не будет, но мне, конечно, это неприятно. Я всегда отмечаю, есть русский язык или нет, здесь его нет. Ну ладно, это редактор, понять можно. Что он умеет? Смотрим. Самое простое и понятное – это создание PDF-файла, разумеется. Можете туда добавить картинки, текст, все это сохранить, можете поставить печать, можете защитить файл паролем, разумеется. И сохранить в разных форматах, как я и говорил. Кроме того, вы можете объединить несколько файлов, о чем я также вам рассказывал, и вывести, например, в формат электронной книги. Либо, если много текста, программа сама автоматически подскажет вам, что лучше редактировать это в Word. Отмечу, что с семейством Microsoft, со всеми этими Word и так далее, Excel, она работает, программулина. Ну и, конечно же, основная фишка – это редактирование. То есть у нас есть файл PDF, который просто так не отредактируешь. Еще раз отмечу, нужно либо покупать, можно не купить, можно, ну мы в России живем, все понимают, можно просто скачать. Об этом как-нибудь выпуск тоже сделаю, насчет пиратства, кстати, сделаю. Расскажу свое мнение, такое емкое, интересное, но речь не об этом. Короче, ребята, вы видите на экране все на английском, но понять можно, что с этой программулиной можно делать. Если вам действительно нужно редактировать PDF-файлы, и вы именно хотите купить, но покупать на один компьютер за почти 12 тысяч рублей на один год, лицензию отмечу, на один единственный год, то, пожалуйста, рабочая версия ничего не глючит, не вылетает и не должно. Компания Wondershare достаточно крупная. И, пожалуйста, пользуйтесь. Заплатили один раз и пользуйтесь навсегда. На этом у меня все. Если ролик понравился, ставьте лайк, относитесь с пониманием к таким роликам на канале, они отмечены на правах рекламы, ссылка всегда будет под видео. Ну а у меня скоро будет обзор, ну вон он лежит на столе, красавчик, я сколько ругал Huawei за процессор, наконец-то 980 Kirin. Не буду говорить, что мне не заплатил Huawei, но это действительно так, это тема следующего ролика. Я этот телефон верну, но я просто протащился от Mate 20 именно. И я сделаю опыт использования. Также сделаю опыт использования Amazfit Bip часы. Прикольные за свою цену, конечно, прикольные. И я жду не дождусь, когда ко мне приедет Mi Mix 3. Потому что я уже спор открыть не могу, но в поддержку написал. И Panda у меня, конечно, разочаровывает очень сильно. Я надеюсь, он ко мне придет и меня не обманут.
Но другие я получил, Mi Mix 2S. Но об этом также будут следующие выпуски. Еще раз с праздниками, с Новым годом. Всем здоровья, успехов. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем, Давид. Счастливо.